Так, сегодня мы поедем вниз по улице Мира. Практически. Наверное, даже не знаю. Можно поехать, конечно, до Маяковского, можно поехать вообще до Достоевского. Выбираем маршрут, который нам понравится. Так, ну, наверное, вот сюда перестроимся. Так, ну вот, это уже Ленинский район, и с правой стороны у нас чуть-чуть мы проехали, это администрация Ленинского района. Это вот центральный автовокзал, вот это здание с правой стороны. Ну, в основном, конечно, перевозками занимается здесь маршрутки. Ну, в частности, там газели там. Иномарки. Так, вот так по миру мы с вами едем. Океан, птица, вот магазины вот эти. Изобильный. Вернее, изобильная. Так, здесь у нас вот влево Октябрьской революции проспект пошел. Идет он до Крепостной горы. В общем, погода теплая, что я могу сказать. Теплая погода, отличная, хорошая погода. Ветра нет. Вот падает листва. Видно вам, наверное. Едем мы вниз города. Вообще нет, ветерочек есть. Ну, я вообще в машине, в футболке сижу. Я вообще в футболке хожу по городу сегодня. Так что сегодня у нас тепло. Так, ну здесь пешеходный переход. С правой стороны школа номер один. Здесь мы с вами проезжали. Я вам говорил, что остановочку транспорта общего пользования перенесли немного. Раньше она вот здесь была. Вот здесь сохранилась еще афиша. И вот, видите, там остановочные знаки троллейбуса, автобуса. В общем, это у нас улица Роза Люксембург. Если вправо поехать, там Керенский у нас мост. Если влево поехать, эта улица упирается в проспект Карла Маркса, где у нас огонь вечной славы, Комсомольская, ну или сейчас она как считается, Крепостная горка. Спать хочешь, Машун? Ну, неудобство, друзья, неудобство. Ну, сегодня уже мы поставим мебель, я думаю, к вечеру, и все будет у нас нормально. В общем, погода отличная, ну, конечно, отпуск я провел весь дома, никуда я не ездил. Но, тем не менее, отдохнул от работы. И опять у нас заморгал светофор, придется нам немного еще постоять. В общем, съемочка какая будет, друзья? Сейчас мы проедем с вами до конца, почти до конца улицы Мира. Поверну я на Достоевского и через район таксопарк уже я поеду вниз города Ставрополя. Чтобы вам не показывать одни и те же улицы, вот такой будет маршрут. Температура. Поднимается температура. Температура уже 15 градусов Цельсия. Ну, вот это центр города, в принципе. Но мне нужен низ города. Значит, что у нас еще, друзья, здесь? Какая у нас новость? Четвертый раз. Парк Победы у нас. На конкурсе получил первое место по номинации «Лучший парк развлечений с количеством посещений более миллиона человек». Это уже в четвертый раз он получает у нас награды. Ну, более подробно я вам, наверное, чуть позже расскажу. Ну, так, примерно где-то в 2001 году
Он получил, значит, среди парков Европы первое место и наградили его премией «Золотой пони» в Италии, кажется. Потом в 2008 еще парк тоже был признан лучшим. Награду получил это «Хрустальное колесо». В 2013 получил, значит, «Оскара» на конкурсе. И вот в 2021 году парк Победы опять у нас на первом месте. Тоже был конкурс «Хрустальное колесо». Ну, миллион посетителей в Парке Победы. Наверное, неоднократно я вам Парк Победы показываю. Ну, не так и много там, конечно, горожан бывает. Но когда вот такие праздники, как Масленица, там, когда я бываю, людей очень много бывает. Ну, вот День города у нас еще скоро будет. День города у нас, как он будет? День города был в сентябре. А будет просто годовщина города Ставрополя. А город образовался 22 октября 1777 года. Вот будет городу 244 года. Это будет 22 октября. Как раз мне 20-го на работу в среду. Получается, что на следующей неделе, в пятницу, городу будет 244 года. Ну, вот, в принципе, низ улица Мира. Это вот Добролюбова проехали. Чкалова вот. Так, перестраиваемся в нужную полосу. Следующая там Росковая будет. И впереди улица Достоевского. Так, лежачий полицейский. Так, Балтийский здесь. Вот здесь, кажется, находится, друзья. Как-то я вам его показывал. И вот улица Мира дальше и продолжается. Ну, я поворачиваю на улицу Достоевского. Это Гризодубовой. Вот так листва летит у нас. Вот такая золотая осень. Вот, Мира дальше продолжается. А Достоевского, если вправо там поехать, там у нас протекает река Мутнянка, она в коллекторе заключена. И туда дальше мы едем. Достоевского заканчивается на улице Серова. Если влево мы поедем, куда я сейчас и поеду, там у нас протекает река Желобовка. Она тоже заключена, кстати, в коллектор. Так что вот протекают здесь две реки. Вот, а улица Мира, вот туда она дальше пошла. Вот, ремонт дороги здесь сделали. Положили новое асфальтное покрытие. И вот впереди у нас улица Ленина. А там вот направление на аэропорт. Железнодорожный вокзал. Просто-напросто. Сейчас я туда поеду, в сторону железнодорожного вокзала. Ну вот, так немного прокатились. Чуть развеялись, да, Машуня? Вот такая золотая осень в городе Ставрополе. Что-то очень медленно едут. А здесь тоже идет ремонт дороги. Кстати, сейчас я камеру вам поворачиваю. Вот там, видите, это вот мельница Гулиева. Там район Красного Металлиста, цирка. Вот туда я сейчас и поеду. Просто решили чуть-чуть немного прокатиться по городу Ставрополя. Улица Достоевского.
Мне всегда лучше проехать по этой полосе. Потому что надо повернуть на переулок Каховский. Здесь у нас улица, так это Деповский, там улица Объездная. Старый железнодорожный вокзал, вот Ставрополь 2, вот он с левой стороны. Этот район до Обсинки. Ну, вот такая была поездка небольшая. Прокатились чуть по городу Ставрополя. Ну что, дорогу вот здесь сделали, хорошую дорогу сделали. На Мира сделали дорогу. И вот так гуляет листва по дорогам. Вот, а сейчас поворачиваю налево и еду в сторону таксопарка района. Сейчас пропускаем транспорт. Вот это у нас улица Объездная. Вот если прямо поехать, там у нас она выходит на Старомаревское шоссе. Ну вот, видите, и здесь тоже сделали дорогу. Так, заправку это что-то закрыли, она давно закрытая. Кстати, вот здесь, друзья, съезд. Там у нас находится автобусный парк. Около вот этой заправочки, мимо которой я проезжал. Ну вот, пожалуй, друзья, на этом и все. Всем удачи, всем хорошего настроения и вот такой теплой погоды. Кстати, температура у нас сейчас 17 уже градусов Цельсия. Ну, всем, конечно, благополучия. Отличных вам таких же деньков, как у нас в городе Ставрополь.